Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена. Я очень рада видеть вас на своем канале. Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Давайте сегодня поговорим про цветочные ароматы. Прежде чем мы с вами начнем, я хочу спросить у вас, когда вы носите цветочные парфюмы, когда вы предпочитаете их носить, в какое время года или, может быть, круглый год. У меня, как правило, наступает пара цветочных парфюмов весной, ранней весной. Этой весной все по-другому. Во-первых, у нас до сих пор в Санкт-Петербурге прохладно. И вы знаете, вот как никогда мне вообще не хотелось в этом году каких-то цветочных, обычных цветочных ароматов, которыми я, как правило, начинала уже пользоваться ну, в начале марта. В моем пар гардеробе были все те парфюмы, которыми я пользовалась в январе. Это ванильные, сладкие, такие какие-то согревающие, гурманские, Преимущественно ароматы. Но тем не менее, уже конец апреля и все-таки, все-таки я поменяла свой пар в гардероб потихонечку. Я достала свои любимые цветочные ароматы. Какие-то у меня уже, какими-то я уже пользовалась. И особенно активно я сейчас пользуюсь ароматом, наверное, самым цветочным ароматом в моем пар в гардеробе. Это аромат от Носомато. Наркотик Ви. Как я уже сказала, это самый цветочный, на мой взгляд, самый насыщенно цветочный моно, такой цветочный аромат в моем парк в гардеробе. Если бы мне несколько лет назад сказали о том, что мне будет нравиться вот такого плана парфюм, я бы, наверное, не поверила. Но вы знаете, друзья мои, вкусы меняются. Вот мне захотелось именно такого туберозного, и даже я вам больше скажу, когда я его сейчас стала носить, для меня здесь стало много жасмина, лилии, и мне все это очень нравится. На Самато Наркотик Венус. Этот аромат про белые цветы. Не просто про белые цветы, а про охапку белых цветов. Я напомню вам, что этот аромат я покупала из-за ноты туберозы. Здесь действительно очень красивая тубероза в сердце аромата. Но прежде чем вы услышите туберозу, прежде чем вот будет вот эта база туберозная, да, здесь очень активно звучит жасмин. Но я как-то, знаете, тестировала этот аромат, и все равно очень отличается восприятие, когда вот просто вы тестируете, и когда вы начинаете носить этот парфюм. Конечно, в носке он себя проявил а, немного по-другому. Помимо жасмина, я здесь очень хорошо слышу ноту лилии в базе. Ну и вообще, знаете, складывается такое впечатление, как будто бы ты подошел к цветущему дереву и просто окунулся, вот просто туда вот занырнул а, лицом. Это очень цветочный, повторюсь, аромат. Что мне нравится в этом аромате? Мне нравится, что несмотря на его активную такую цветочную базу, он не звучит удушающе, он меня не душит. Конечно, наверное, если где-то, допустим, вы находитесь в помещении и нанесли очень много, тем более, что это версия экстракта парфюм, наверное, он может кого-то утомить. Но на свежем воздухе, вот такую прохладную погоду, аромат прекрасно переливается, он прекрасно шлифит. Мне иногда, знаете, даже хочется от самой себя ловить этот шлейф, как он красиво раскрывается. Но повторюсь, что здесь неожиданно для меня раскрылся жасмин. Это такой, знаете, жасмин на грани. Я раньше очень осторожно к этой ноте относилась, да и сейчас в принципе. Но недавно поймала себя на мысли, что мне даже хочется, хочется вот эту нотку почувствовать. Не знаю, что случилось с моим восприятием. Вполне возможно, что у меня поменялись как-то вкусы, да, ну и в принципе мне, наверное, очень захотелось такого цветочного аромата. У меня не было до этого вот такого насыщенного белоцветочного парфюма. Прекрасный, мне он очень нравится. Следующий аромат, о котором пойдет речь, мне тоже очень нравится носить его весной, особенно ранней весной. У меня есть с ним такие некие ассоциации, я с ним познакомилась в начале марта прошлого года, когда мне уже хотелось чего-то такого весеннего, яркого, жизнерадостного. Это аромат от Герлен, Мон Герлен, Спаклин Букет. Это прекрасный парфюм про жизнерадостную грушу с лавандой. Для меня это тоже цветочный аромат, несмотря на то, что я в нем слышу грушу, дюшесовость, даже такую, да, некую дюшесовость. Но мне очень нравится, как в этом парфюме обыграна нота лаванды. На старте этот аромат про цитрусы. Здесь такой яркий взрыв бергамота, ноты бергамота, мандарина. И далее аромат раскрывается нотами лаванды, пиона, то есть цветочными нотами. И прекрасно здесь звучит лаванда. Вначале, когда я только начинала свое знакомство с этим парфюмом, то есть я носила его. Мне казалось, что этот аромат как будто, вы знаете, про такой вот дюшесовый газированный какой-то вот напиток, но нет. Здесь очень красивая ваниль, она не сладкая, но она в базе прекрасно тоже сочетается с нотами лаванды. Здесь очень такой деликатный мускус. И вместе эти ноты прекрасно сочетаются и великолепно звучат. Как я уже сказала, я очень люблю носить этот аромат, особенно ранней весной. Мне очень нравится наносить его с утра, он, как будто бы, знаете, как глоток свежего воздуха. Он такой очень-очень позитивный аромат. Очень позитивный. И кто не любит ноту лаванды и опасается, что здесь вы, может, может, она вам как-то ну, надоесть или быть очень навязчивой. Нет. Здесь лаванда вместе с пионом и вместе с грушей. То есть, здесь такой очень, знаете, он, аромат такой полупрозрачный. Это такая очень облегченная версия Монгерлен. Прекрасный аромат за счет мускуса, за счет мускуса он становится вообще таким очень воздушным. Следующий аромат, о котором пойдет речь, это аромат от Нарцисса Родригес. Флор Маск Фохио версия Eau de Туалет Floral. Этот аромат не так давно появился в моем пар в гардеробе. Сам парфюм тоже относительно новый. Аромат 2020 года. Это красивый аромат, которым я пользуюсь в последние дни очень часто. Почему? Потому что я знаю, что сейчас потеплеет. И мне его уже не захочется. Да, здесь очень активный мускус. Мускус и роза, аромат очень красивый. И вы знаете, я сейчас, когда его э, стала разнашивать, я очень хорошо слышу здесь такую деревянную подложку. Вот опять эту ноту, которая часто присутствует в ароматах от Нарцисса, нота, э, как будто бы только что поточили косметические карандаши. Вот запах этих деревяшечек таких приятных мне очень нравится. Стартует аромат розовым перцем, бергамотом, далее аромат раскрывается, как я уже сказала, нотой розы и мускуса. И в базе, база, кстати, здесь очень интересная, и почему-то у меня не вызывает ассоциация, что все, что заявлено, есть в этой базе. Древесные ноты, ноты пачули и ноты амбры. Но для меня, когда аромат с амбры, я как-то сразу, знаете, чувствую эту теплоту, а здесь для меня наоборот аромат такой до скрипа, как будто бы аромат чистого, такого только что постиранного белья. Я тоже уже вам рассказывала о своих ассоциациях. Этот аромат особенно звучит красиво в ветреную погоду, в прохладную ветреную погоду. Не знаю, может быть, мускус любит, вот, когда на улице температура невысокая, да, и когда дует ветерок, и прекрасный тоже, прекрасный аромат, он он и весенний, да, он аромат про розу, про очень красивую розу, такую не навязчивую, не болгарскую, не, не маслянистую ни в коем случае, а такую очень чистую, я бы даже сказала, чистую, хрустящую, хрустальную, если хотите, розу. От одной розы мы плавно переходим, от нарциссовской розы мы плавно переходим к диоровской розе. Это аромат от Диор, Miss Dior Rose and Roses. Аромат 2020 года, он относится к цветочной группе, этот парфюм, Особенно мне дорог. Вы посмотрите, сколько за буквально за несколько месяцев, учитывая, что я не только им одним пользовалась, я израсходовала. Мне очень нравился и продолжает нравиться этот аромат. Сейчас, можно сказать, я даже стала им реже пользоваться, ну, потому что у меня появился носомат, а мне хочется сейчас вот каких-то таких более насыщенных цветов. Но этот аромат все равно остается на моей полочке. И я с удовольствием его ношу. Стартует этот аромат нотами герани и бергамота. И я очень хорошо слышу в этом аромате ноту герани. Но мне так кажется, что это нота герани, потому что здесь в сердце парфюма роза, граская и дамасская роза. И вы знаете, за счет ноты герани и, мне кажется, такого слегка горьковатого бергамота, роза здесь очень необычная. Она какая-то вот, вы знаете, она какая-то вот с характером. Я уже неоднократно об этом говорила, и мне очень нравится, что аромат горчит, что он не заслащивается. Роза с мускусом. Прекрасно. Прекрасно звучит. Вы знаете, кто ищет на весну красивую розу, но не сладкую не маслянистую, а такую очень свежую, то я думаю, что вам понравится этот аромат. Прислушайтесь, мне он тоже, кстати, не сразу понравился. Мне вначале показалось, что он очень обычный, какой-то, знаете, бесхарактерный, но нет. Аромат достойный внимания. Ой, я бантик не развернула. Следующий аромат, о котором пойдет речь, это парфюм от Hermès, Hermès Jour Absolue. Аромат 2014 года, работа Жан-Клода Элина. Этот парфюм расстраивает меня последнее время. Я сейчас вам расскажу почему. Начну с того, что стартует аромат нотами грейпфрута и цветком абрикоса. Далее аромат раскрывается цветочными нотами, горденей, жасмином. И здесь очень красивая подложка, шистая, такая древесная шистая подложка. Вообще аромат прекрасно сделан, очень утонченный. такой Он прекрасно звучит, красиво звучит в шлейфе. Но вы знаете, что происходит со мной в последнее время? Я вначале думала, что мне показалось. После того, как я переболела коронавирусом, напишите, кстати, у кого похожая ситуация, после того, как я переболела, я стала как-то немножко искаженно слышать ноты цитрусов, вот именно грейпфрута. Я даже когда захожу в магазин и только вот подхожу к тому отделу, где продаются фрукты, я уже издалека слышу навязчивую ноту грейпфрута. И не просто это приятный аромат, это очень неприятный аромат, как будто бы залежавшийся грейпфрут, даже слегка подгнивший такой. И вы представляете, я стала слышать эту ноту в этом парфюме. Вот на старте очень активно. Да, потом он ну, как бы раскрывается цветочно, но все равно. Вот в какой-то момент это очень неприятная нота. Я, конечно, еще подожду. Я специально его достала сейчас. Тоже он очень любит прохладную погоду, ветреную погоду. Этот аромат он еще очень красиво раскрывается. Подожду еще немного, может быть пройдет это. Я знаю, что у многих изменилось восприятие и запахи вот каким-то отдельным продуктом, ну продуктом там или напитком. У кого-то кофе, у кого-то к яблокам. Но вот у меня грейпфруту. Представляете? И так обидно. Мне очень нравился этот аромат. Если у меня не уйдут эти ассоциации, мне, наверное, придется с ним попрощаться, ну потому что я просто не могу его носить. Но тем не менее, я несколько раз уже надевала этот аромат, и вот я все жду, когда у меня, может быть, это все изменится, мое обоняние. Следующий аромат, о котором пойдет речь, вы знаете, наконец-то наступила его пора. Я не знаю, может быть, он и летом тоже прекрасно раскрывается, но вот сейчас... Эти Нероли, франжипани, они особенно как-то красиво, мне кажется, на мой, на мой вкус, на мой взгляд, особенно красиво раскрываются. И даже как будто бы, знаете, немножко навеивает мысли о лете, о каком-то пляжном отдыхе. Это аромат от Нарцисса. Нарцисса Нероли Амбре, аромат 21 года, относится к цветочной группе. Прекрасный парфюм. Для меня этот аромат про Франджипани, про Нероли, про цветок апельсина. Тоже довольно такой цветочный аромат. Но мне очень нравится в этом парфюме кремовая подложка. Кремовая подложка. Он очень мягко так закремивается. Я не знаю, за счет какой ноты. Здесь в базе заявлено амбра кашмиран. Ну, прекрасно звучит. И вот сейчас... В какой-то момент я вспомнила о нем, несмотря на то, что я носила этот аромат дома, мне нравилось даже, знаете, после душа его наносить. Вот такой вот он, он такой вот прям домашний кремовый, наверное, за счет ноты франжипани. Но вот сейчас, сейчас вот, когда солнышко стало припекать, да, когда уже потеплело значительно на улице, он прекрасно тоже звучит, и я все чаще и чаще, у меня к нему тянется рука. Следующий аромат, вы знаете, я по нему так соскучилась, я давненько не пользовалась пятеркой Шанель, и это одна из моих любимых версий, это премьерная пятерка. У меня вот в таком вот формате мне очень нравится. Я беру часто этот аромат с собой. У меня еще там два целеньких, две целеньких ампулки. Да, вот здесь уже заканчивается практически, так что скоро буду менять премьерная пятерка. Аромат 2015 года. И аромат, который тоже относится, ну, во всяком случае, для меня, к цветочной группе. Вы знаете, я хотела нанести на себя, но я вспомнила, что я... А что я наносила? Какой аромат? А я от нарцисса наносила, но я немножко нанесу. Вообще я последние дни очень часто ношу этот аромат. Особенно мне нравится вечером. И вы знаете, что я стала замечать? Я практически перестала слышать альдегидность в этом парфюме. Мне раньше так мешало в пятерке альдегидность, вот когда мыльность это сильная, да, вот она, я ждала, когда же она уйдет. Вот здесь, в премьерной пятерке, для меня практически не осталось альдегидов. У меня сразу, я сразу начинаю слышать ноты ланка ланга Я сразу начинаю слышать цветочные ноты, ваниль. Мне очень нравится, как здесь звучит ваниль и сандал в базе. Прекрасное раскрытие аромата. Но что я вам буду рассказывать? Я думаю, что все знают, все знают, как пахнет, как пахнет пятерка Наверное, наверное, это тоже вот вкусы поменялись. Может быть, лет пять назад я бы не оценила этот аромат. А сейчас мне очень нравится. Он прекрасно тоже закремивается вот за счет своей ноты ванили и ланга. Аромат такой, знаете, густой. Он такой даже складывается впечатление, что жирновастенький такой аромат. Как таковых цветов, вот, допустим, жасмина я здесь не слышу. У меня больше ассоциации как-то с нотой иланка-ланга. Я уже говорила вам об этом. Но, тем не менее, вот в целом, наверное, вообще сложно пятерку разбивать как-то по нотам. Но в целом вот это звучание, оно мне очень нравится. Очень нравится. Такое помадное даже где-то. Такой очень ой, классный вообще аромат. В общем, ношу с удовольствием. Еще один аромат, о котором я вам сегодня хочу рассказать, и просто хочу поделиться своими впечатлениями, эмоциями. У меня нет этого аромата в полном размере, это аромат от Амаш Love Мимоза. Но вы знаете, как никогда вот этот парфюм, мне кажется, ассоциируется у меня с весной 2022 года. Это прекрасная Мимоза, прекрасная Мимоза. Она, знаете, очень сложная она непростая. Это не какой-то облегченный такой легкий прозрачный аромат с утонченной нотой мимозы. Нет. Аромат, вы знаете, вот даже в двух словах я вам не смогу его описать. Раскрывается он нотами ириса и фиалки. Да, он практически сразу же запудривается, чуть ли не на своем старте. Но далее аромат начинает заслащиваться, появляется в сердце аромата, появляется нота мимозы, нота груши. И это такая сладкая мимоза. Для меня она сладкая. Вначале кажется как будто прохладно-пудровая, но потом практически через несколько минут она становится сладкой. Здесь в базе заявлена нота гелиотропа и ланка ланга и аромат становится еще гуще. Но несмотря на это, для меня это аромат про весну. Вот если вы ищете красивую мимозу, если у вас есть возможность послушать, может быть, небольшой версии. У меня, кстати, этот парфюм из Арома Бокса, и он практически, видите, он практически полный. И я как-то, знаете, сразу не обратила на него внимания. А потом вспомнила, что я очень люблю аромат от Эрмески или Каляш. Я там тоже слышу мимозу, но она такая с розой и с кожей. Мимоза другая немножко. Такая, знаете, более прохладная, наверное, более утонченная. Здесь мимоза такая сладенькая, она... Она такая более уютная, более пушистенькая. Но сам аромат мимозы, он очень нежный, да, и такой еле уловимый, но тем не менее, здесь вот как будто бы мимоза даже с веточками, с такими деревянными аккордами, очень приятный. Если вам, как и мне, в эту прохладную весну хочется чего-то тепленького, такого пушистого, уютного, то попробуйте послушать этот аромат. Love Mimosa от Amouage. Прекрасный, такой желтоцветочный, я бы даже сказала. Ой, классный аромат, сладенький. Ну что, друзья мои, на этом мы с вами будем заканчивать. Я поделилась своими любимыми цветочными ароматами, которые я ношу последнее время. Вот они, мои красавчики, стоят рядом со мной. Обязательно напишите в комментариях, какие ваши любимые цветочные ароматы, какими вы пользуетесь сейчас, ранней весной, будет очень интересно почитать. Если вам было приятно провести со мной время, то поддержите пальчиком вверх меня. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик. Ну а я вам, как всегда, желаю всего только самого доброго и до новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.